Ну а сегодня в Красноярске, как и по всей России, выросли тарифы на коммунальные услуги. В среднем цены поднялись на 8,9%. Однако по каждой услуге рост разный. Так, водоснабжение теперь дороже на 10%, отопление на 8%, а за электричество и газ придется отдать на 6% больше. Платежки с новыми цифрами красноярцы начнут получать уже в августе. Отмечу, в Федеральной службе по тарифам считают, что население не должно тратить большую часть своих доходов на коммунальные платежи. Если семья тратит на них больше 22% всего дохода, она может рассчитывать на субсидию.